Северная Корея не сможет создать межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до США. В этом уверен избранный президент Соединенных Штатов. «Этого не будет», — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети. Следующим твитом он раскритиковал китайские власти за то, что они пользуются всеми выгодами торгового соглашения с Америкой, но не хотят помогать с решением северокорейской проблемы. О том, что Пхеньян вышел на финишный этап разработки такой ракеты, в новогоднем обращении рассказал Ким Чен Ын. Он пообещал и дальше укреплять военный потенциал КНДР в ответ на агрессивную политику США.